теперь дела. Ты не сломал мне еще, есть о чем помечтать. Эта любовь измотала и довела. Эта любовь миг накрыла, но схлынула. Не говорили, дура, не реви, не реви. Он тебя пулю, а ты о любви, о любви. Скажи жизни, скажи жизни.
15 опускается на 3 места. Давай вспомним, кто занял первые три позиции на прошлой неделе. Номер три. Люся Чеботина, «Солнце Монако». Скажи мне, солнце Монако. Номер два. Ню, «Никто». Мы с тобой теперь ник. А помнишь, раньше был? Номер один. Дэвид Гетта, «Арски Асти», «Буги Вит Да Худи», «Фэмили». Неделя тройка лидеров осталась неизменной. Как все сложится сегодня, узнаем в конце часа. В целом у нас два трека сохраняют свои места. 6 поднимаются, 9 падают и 3 возвращаются. Одно из возвращений услышим через один трек. Ну а пока падение на одну позицию испытывают Мияги, Энди Панда и Мавди. Мармелада. Номер 18. Опускается на одно место. Успокоил мысли, как стихи о чистом, познав смысл. Все, что я
копил с добром, отдаю тебе, о мой мир. Мы ведь стали ближе, поднимаюсь выше. Все, что я копил с добром, отдаю тебе, о мой мир. Мы ведь стали ближе, поднимаюсь выше. Сердце забрало. Русского танцпола, в котором мы представляем 20 самых лучших русских клубных треков. Мы почти добрались до экватора нашего топа, ну а только что проиграл трек Артура Пирожкова и Клавы Коки «Хочешь». Далее у нас подъем на две позиции, это коллаборация Эда Ширана, Федука и Слава Мерлоу «Shivers». В конце прошлого месяца Слава Мерлоу представил трек, посвященный игре Free Fire. Это шутер, в который играют через телефон. За последние два года игра обрела огромную популярность, благодаря чему сейчас проходят чемпионаты мира и многие артисты выпускают... Эшкинге айтпа, оставь там это. А где твой план, что все это заработало? Гонишься за модой, пиздешься из баррикады. Мои тараканы не спят, не спят, ты же давно. Мы коминги, ты марта, вдруг ты не больной. Отстань, ты не доживешь до утра, ты же всю грань выкину здесь, пора уже нет. Ты же свет, ты подожди, где мы на меня осознанно все делаешь. Так, где реагенты, техник, глаза. Гармонизация, опять красота. Карма,
ти текили эфирмды тек текили куретти брин тенге келе дегенмен өскен жерімде келен көріп бүгін көлденен сөзімді қайталай бүкіл ел менде бәрі жақсы қалтуым барсы бүгін кешкене сенде бауырпайым бас бізде жетті хат хули жаспын хули кеттік бәрі дастар сондықтанды қазақстанда бір ғана банда бұл қазақи пропаганда 5000 қалтамда қайдан тапсам да сенің қалаңда шайқалады орындар саған да орын бар армандар орында сонда сенегендер сонда қалтамда тек қана песка тоқта Досмотрев от фильм, примерять над головой ним,
или не верь. Я сам нашим спать заставлю. Зеркально, не вспышку называть случайной, не или не верь. Три дня любви.
Avec moi.
Минимум гэнгст. Как минимум гэнгст. Я мафей G. Как минимум гэнгст. Потеряли пацана. Номер 19. Лёша Свик, плакала. Номер 18. Мияги, Энди Панда и Мавди, Мармелада. Номер 17. Ханна и Миша Марвин, убью тебя. Артик и Асти, гармония. Номер 15. Гума, стеклянная. Номер 14. Дима Билан и Мари Краймбрери, ты не моя пара. Номер 13. Артур Пирожков и Клава Кока, хочешь? Эд Ширан, Федук и Слава Мерлоу, Шиверс. Номер 11. Группа Добро, услышит весь район. Услышит весь район, что я в тебя влю. Русские хиты.
Итак, мы открыли топ-10. Напомню, что у нас сегодня 2 трека сохраняют свои места. 6 поднимаются, 9 падают и 3 возвращаются. Что нам подготовила десятка лучших треков этой недели, начнем узнавать прямо сейчас. У подножия к Олимпу расположилась Клава Кока. Ла-ла-ла. Топ 20 русского танцпола. Номер 9 опускается на 4 места. Сейчас вместе с нами. У микрофона Роберт Берестов. Это ТОП-20 русского танцпола. Сегодня Зиверт представила новый трек «Hasta la vista, love», который ты уже мог поймать на нашей волне. Только что мы слышали трек «Рай», ну а далее «Так сложились звезды». Снова Зиверт и сингл «Три дня любви». Видимо, все потому, что у певицы сегодня день рождения. Номер 8 опускается на одно место. «Три дня любви». Бесконечно фильтровать флирт, лень. До конца досматривать фильм, лень. Примерять на телефоне, лень или не лень. Персонажи с подсознания вызываешь, три дня любви, и нас уже не спасти.
лень находить в ошибке крайних, лень реагировать зеркально, лень вспышку называть случайной, лень или не лень. Чистый инстинкт в чувствах час пик, чувства как сплит, кто из нас псих? Русского танцпола. Здесь мы выясняем, кто на этой неделе станет лучшим русским танцевальным треком. Нилетто поделился, что 4, 11 и 18 числа у него выйдут три новых трека, которые войдут в новый альбом «Креолит». Как уже ранее заявил певец, альбом будет совершенно нелегкомысленный, и нужно будет вникать, разгадывать и анализировать каждую строчку новых треков. Далее у нас подъем на 5 позиций, и это Анна Асти. Русского танцпола. Номер 3. Опускается на одно место. Мы с тобой теперь. А помнишь, раньше был? А может, это был тикет? А может, это был? А ты меня в блок, а я тебя коронул. И никому не целовал, 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 целовал.
спать. Я потратил последнюю жизнь, поумнела и стала как сталь. Я тебе стал чужим, слова как ножи, только сердце как хруста. А может это был я, тот, кто вырубил пруд? Может это был я, тот, кто выкрутил камень? Жизнь картонный короб, нам с тобой в одной лодке, не переплыть океаны. Мы с тобой теперь никто. А помнишь, раньше был? А может, это был тик-то? А может, это был мой? А ты меня в блок, а я тебя коронавал. И никому не отдавал. И как умел, так радовал. И целовал, целовал, целовал. Подвожу к завершению топ-20 русского танцпола. Впереди у нас номер один этой недели. И это снова Дэвид Гетта, Арт Киасси, Boogie with the Hoodie, Family. Спасибо, что провели этот вечер вместе с нами. Если вы уже доехали до дома и готовы отключить радио, то прекрасного вам вечера. Ну а если вы готовы отдыхать и дальше под самые актуальные русские танцевальные хиты, то тогда, как говорится, welcome к нам на русский танцпол. Номер один. Место сохраняет. У меня нет друзей, у меня есть семья. Это все, что нужно мне, и не важно, где.
Неважно, где буду я, вы всегда в моем сердце, со мной моя семья. И ничто не может разлучить нас. И хорики каждый день, это мой шанс. Я живу лишь, чтобы видеть радость и глаз. И всегда рада слышать пару двух фраз. Когда мы вместе, это все так. И нам не важен другой вайб. С вами всегда за любой старт. Вот моя лайф, у меня нет друзей. Незаконно, как нарисован, обык два насекомых, и там так хорошо. Незаконно.
На три места.
слушаешь ТОП-20 русского танцпола. Только что проиграл новый трек Лёши Свика «Плакала». У него падение на 3 позиции. Перед тем, как двигаться дальше, давай вспомним, кто занял первые 3 позиции на прошлой неделе. Номер 3. Люся Чеботина, «Солнце Монако». Скажи мне, солнце Монако. Номер 2. Ню, «Никто». Мы с тобой теперь ник. А помнишь, раньше был. Номер 1. Дэвид Гетта, «Артс Гиасси», «Буги with the Hoodie», «Фэмили». На прошлой неделе тройка лидеров осталась неизменной. Как все сложится сегодня, узнаем в конце часа. В целом у нас 2 трека сохраняют свои места. 6 поднимаются, 9 падают и 3 возвращаются. Одно из возвращений услышим через 1 трек. Ну а пока падение на 1 позицию испытывают Мияги, Энди Панда и Мавди. «Мармелада». Номер 18. Опускается на 1 место. ТОП-20 русского танцпола. Русского танцпола.
Ты слушаешь ТОП-20 русского танцпола, в котором мы представляем 20 самых лучших русских клубных треков. Мы почти добрались до экватора нашего топа, ну а только что проиграл трек Артура Пирожкова и Клавы Коки «Хочешь». Далее у нас подъем на две позиции, это коллаборация Эда Ширана, Федука и Слава Мерлоу «Shivers». В конце прошлого месяца Слава Мерлоу представил трек, посвященный игре Free Fire. Это шутер, в который играют через телефон. За последние два года игра обрела огромную популярность, благодаря чему сейчас проходят чемпионаты мира и многие артисты выпускают...